А в детской школе искусств сегодня состоялась премьера музыкальной сказки «Колобок». В главных ролях воспитанники хорового отделения, у которых в расписании значится предмет «Актерское мастерство». Этот спектакль стал своеобразным экзаменом по итогам первого полугодия. На премьеру удалось попасть и нашей съемочной группе. Знаменитый Колобок, герой русской народной сказки, ожил на сцене школы искусств, а вместе с ним и его недоброжелатели – заяц, волк, медведь и лиса. В постановке музыкальной сказки участвуют только малыши хорового отделения. Ребята долго и усердно готовились к премьере. На главную роль утвердили Амину. Это ее дебютный выход на сцену. Это не очень сложно, надо запоминать все слова, учить к сроку, когда надо будет выступать. Дисциплина «Актерское мастерство» в учебной программе детской школы искусств появилась год назад. Предмет этот сразу полюбился ребятам, а педагоги не боятся переоценить его значимость. Он учит детей уверенно держаться на сцене и правильно общаться со зрителем, четко говорить и выразительно передавать эмоции. Опера «Колобок» для этих юных актеров стал первым важным экзаменом. Предмет очень синтетический, они на сцене всегда, они на сцене как вокалисты, они на сцене как участники ансамбля, они на сцене как хор. И, естественно, умение держаться на сцене и выражать свои эмоции, естественно, это как бы этому и обучает актерское мастерство. В интерпретации маленьких артистов знаменитая сказка получилась интересной и веселой. А главное, ребята сумели рассказать со сцены своим сверстникам о том, как важно слушаться родителей и какую опасность могут таить себе незнакомцы. Сегодня нам показали музыкальную сказку «Колобок». Так, о чем эта сказка? Что нельзя убегать из дома. Нельзя убегать от родителей. Нельзя хвастаться. Это не последнее их выступление. Юные актеры продолжат работать в жанре оперы. В основу следующей их постановки ляжет сказка «Курочка-ряба». Дарья Смородова, Григорий Волков, программа «Время местное».